Следующая информация нашего выпуска для тех, кто уже успел соскучиться по летним теплым дням. Столбики термометров упорно опускаются все ниже, а люди все плотнее упаковываются в теплые вещи. Лето прошло, в наших квартирах стало неуютно, прохладно, требуется включение отопления. 9 октября председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский подписал решение о начале отопительного сезона в областном центре. И в этот же день началось подключение объектов социального назначения. В первоочередном порядке были включены учреждения образования, так называемые детские сады. То есть все детки сейчас имеют возможность получать теплые, комфортные условия пребывания непосредственно в детском садике. Вторая очередь – это, естественно, объекты жилищного фонда будет. Третья очередь – это будут объекты, административные здания и другие. Следующий этап – подключение жилищного фонда и административных зданий. Когда это будет, все зависит от погоды. Она – дама капризная. Пока все складывается таким образом. Синоптики обещают на этой неделе нам до плюс 22-24 градусов, поэтому будем смотреть и ориентироваться по погоде начало отопительного сезона непосредственно в жилищном фонде и в административных зданиях. Все коммунальные службы, в зоне ответственности которых тепло в домах, находятся в готовности номер один. И как показывает практика прошлых лет, серьезных сбоев в отопительный сезон не бывает. Все субъекты хозяйственные к отопительному сезону готовы. Что касается объектов жилищно-коммунального хозяйства, 29 теплоисточников мы подготовили, испытали 320 километров сетей. Весь жилищный фонд, что касается и ЖЭО города Бреста, и кооперативного жилищного фонда, до 1 сентября получил паспорта готовности к началу отопительного сезона.